знаете, в новом году не будем говорить о каких-то совершенно плохих вещах, которые много говорили в этом году. Главное – радость, радость, улыбайтесь, больше улыбайтесь. И вот в том числе и наша мюзикл «Легенда о спящей красавице», детский «Елка». Все это для того, чтобы улыбались. И сохраните эту улыбку на весь год. Как можно дольше, как можно лучше. Ведь, наверное, много поводов есть для улыбки, для смеха, для радости и счастья. Вот берегите в себе в этом. С Новым годом! И вернет, как добрый чародей, нам тепло и свет родных людей. Сказку новогоднюю снова загляну, подари сегодня мне волшебство. Дорогие жители Земли, дорогие дети, а знаете что? В новогоднюю ночь без 5:12 начинают происходить чудеса. Вы знаете это? А вы посмотрите внимательно. В это время, только надо быть очень внимательным, в это время в окно залетает волшебная пыльца. Вы, главное, не спите в это время. Ждите волшебную пыльцу, и все ваши желания исполнятся. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. Я вас поздравляю встречу с настоящим Дедом Морозом. Верьте, он существует. Я проверял, ровно в 12 часов волшебная пыльца. Я желаю вам улыбок, я желаю вам счастья, встреча со своими друзьями, родственниками, родителями. Обнимайте друг друга, целуйте, прыгайте, веселитесь, ведь это самое драгоценное время, самое настоящее время, когда начинают исполняться все твои мечты, все твои желания, что время, может быть, повернуться назад, а может быть, идти еще быстрее. В общем, счастья вам, удачи, желания. С Новым годом, с наступающим! Новым 2016 годом очень хочу пожелать вам, чтобы все мечты и все желания ваши сбывались в этом году, чтобы все задуманное вами исполнилось и чтобы вас всегда сопровождала только удача, счастье и любовь. Какие эмоции детей, как у вас самой настроение? Вы знаете, мы, конечно, в невероятном таком волнении, потому что то, что ты готовишь в течение полугода, и то, что ты видишь это на сцене, а главное, видишь в замечательном, совершенно фантастическом исполнении, это, конечно, все дорогого стоит, и мы все находимся в легком таком творческом мандраже. Я надеюсь, что все складывается идеально. В принципе, у меня нет нареканий, может быть, есть какие-то технические нюансы, которые мы очень быстро решаем. И то есть это на первой, например, елке. На второй елке, вот сейчас, которая началась, я думаю, у нас не будет вообще уже никаких нареканий. Мы сможем расслабиться и получить удовольствие. Но все, что происходит на сцене, мне очень нравится. И, конечно, невероятное ощущение от того, что ну, вот я что-то придумывала. Например, мне хотелось, чтобы какой-то из персонажей был вот таким, таким и таким. Я это записывала и просто писала на бумаге. А то, когда ты видишь вживую, когда это все воплощено в жизнь, честно говоря, конечно, невероятно
наслаждение, и даже не знаю объяснить, не могу объяснить своих чувств, потому что это удивительно, это потрясающе. И я понимаю, что нашей команде, команде «Елки на вокзале» удалось воплотить в жизнь самые смелые творческие идеи. Вот как раз каждая ваша елка, она просто потрясающая и необычная. Уже не первая, так сказать, не первую проводите. Вот чем эта елка сегодня отличается от других елок? Вот, ну, есть ли какой-то отличие, кроме сценария, естественно? Ну, знаете, мы такие, ну, я лично считаю себя с точки зрения работы абсолютным перфекционистом. И каждый год хочется сделать лучше, чем было в прошлом году, как бы хорошо не было в прошлом году. И в этом году это однозначно удалось, потому что у нас совершенно новые декорации, новые их воплощения. Вы увидите, например, декорации, они, ну, вот абсолютно другие, они качественно другие. Это, знаете, такая как шкатулка с сокровищами. Просто рассматривать хочется каждый завиток, каждый какой-то. У нас потрясающие экраны в этом году. Экран на заднем плане, а также одна из декораций, такая лестница большая, которая тоже является экраном. И вот ощущение волшебства, присутствие, оно, конечно, такое 100%. Сколько всего представлений будет и сколько вы планируете реализовать билетов? 21 представление, и, как всегда, мы половину билетов отдаем под шефом фонда «Расправь крылья», половину билетов продаем. Вот. Я надеюсь, что мы продадим все билеты, которые мы запланировали. По крайней мере, тенденция именно таким образом и складывается сейчас. То есть у нас на сегодня и на завтра раскуплены уже все билеты, которые мы хотели продать. Ну и также половина спектакля у нас вот детки под шефом фонда «Расправь крылья». Давным-давно в волшебном королевстве правил мудрый и справедливый король Люциус. У него была дочь, принцесса Аврора. Однажды к границам королевства подошли враги. Король призвал своих подданных и сам возглавил войска. В битве они одержали победу, но король был повержен врагом и погиб в сражении. Перед смертью он завещал своему советнику и колдуну Малефисенту оберегать маленькую принцессу Аврору и править королевством, пока принцессе не исполнится 18 лет. Год за годом подрастала Аврора под присмотром трех фей, представленных к ней Малефисентом – Аквы, Инсекты и Аир. До ее совершеннолетия оставалось 2 дня. Поженимся. И я стану королевой. Жизнь моя будет протекать на балах и на приемах. Феи говорят, что лучше судьбы не может и быть. Разве это не счастье? Ну а
почему же тогда у меня на душе так неспокойно? Как будто бы чего-то ждет мое сердце. Приедет Малефисент. Нам надо все подготовить. Ты, Аир, повелительница воздушной стихии, наведи порядок в доме. Да не так, как в прошлый раз, когда твой ураган, вместо того, чтобы избавить нас от пыли, унес наш старый домик в другую страну. Но я же уже 1000 раз извинялась. К тому же теперь никакой пыли в том домике нет. Ага, как и самого домика. Так, ты, инсекта? Да. Повелительница этих... О. Насекомых. Да. Сделай так, чтобы никто из твоих мерзких друзей не выполз откуда-нибудь не вовремя. Да нет, нет, никто ниоткуда не выползет. А ты, Аква, как повелительница водной стихии, чем займешься? Что-то мыть будешь? А я, как самая мудрая и внимательная из вас, займусь нашей дорогой невестой. Так вот она, наша красавица! Аврора? Аврора? А что это ты такая невеселая? А? Уж не болит ли у тебя чего? Живот болит? Горло не красное? Так, а ну-ка, покажи язык! Температура высокая. У нее коклюш? А? Да какой коклюш? Я говорю, у нее свинка. Ой. Да посмотри на нее, это рожа. А я говорю, это коклюш. Дай посмотри, тупая твоя башка. Это же рожа! Тихо! А я говорю, что это свинка! Феечки, ну какие же вы милые! Но у меня совсем ничего не болит! Бодрящий лишь сейчас испытала,
Но что это за чудо? Не могу разобраться. В душе моей откуда чувство новому взяться? Странное смятение, душа не на месте. Отброшу все сомнения, чтоб с любимым быть вместе. Ему никто не конкурент. Я скоро обвенчаюсь, с кем с детства знакома. Но отчего печалюсь исходу такому? Он окружит заботой, все к ногам моим бросит. Но сердце отчего-то чувство нового просит. Но что это за чудо? Не могу разобраться. В душе моей откуда чувству новому взяться? Странное смятение, душа не на месте. Отброшу все сомнения, чтоб с любимым быть вместе. Судьбы решающий момент. Я жду тебя, Малефисент. Мой супермен! Поэтому иди к ты, милая, в лес. Собери себе самый красивый венок. Ведь ты ж хочешь быть красивой для Малефисента. Ну, конечно, не такой красивой, как наша красотка-инсекта. Ну, иди, да. Иди. Веночек там, да, собери. Ой, да сдался Малефисенту этот ваш венок. У него же есть волшебная корона, в которой сосредоточена вся его волшебная сила. Иди, иди, Аврора, настроение не улучшится. А ну ко мне. Вы помните о том, что у нас последнее усилие? Что мы должны женить эту возвышенную натуру и нашего благословенного Малефисента? Да, и мы наконец-таки сможем вздохнуть спокойно. Но Аврора, ты начала сомневаться. К тому же... Они ведь совсем друг другу не подходят. Тихо ты! Что ты такое говоришь? Ну, это все потому, что у тебя, это, один ветер в голове. Ага. Фу. Значит, собираем наши волшебные силы в кулак! И держим ухо востро! Сюда. Ты посмотри на них. Они опять за старое.
Не успеешь отвернуться, они тут как тут. Передай им, если они еще хоть раз появятся здесь без моего ведома, я их всех развоплощу! Будет исполнено, господин. Ворона, ну давай рассказывай, что там у меня назначено на неделе. Встреча с послами из-за северных гор. Вот давно хотел с этими пройдохами встретиться. Ну, чего там еще? Обед. О, обед с главным казначеем королевства. Вот мне этот казначей этакий. Ладно, с ним потом разберусь. Ну, чего там еще? А еще нужно что-то решить по поводу строительства моста через великую реку. Строить! Немедленно строить! Ну да ладно, я при личной встрече все со строителями выясню. Ну, что еще у меня запланировано? Это что, все? Ну, у меня что, ничего на вечер не запланировано? Ну, непорядок. А, и еще, мой господин, самое главное. Через 2 дня... Принцессе Авроре исполняется 18 лет! Так это самое главное! С этого и надо было начинать! Все дела придется отложить. Я должен лично поздравить принцессу Аврору с ее совершеннолетием! И мы начнем приготовление к нашей свадьбе! И я, наконец, стану полноправным властителем королевства! Ну, конечно, принцесса Аврора такая красавица! Да, ты права, это тоже, но это не главное! Главное – власть! В моем сердце одна лишь страсть, всеобъемлющая власть. Да, вы правы, мой господин, кто во власти не отразим. Власть люблю я во всей красе, чтоб вокруг трепетали все. Стать готова для вас красой, трепетать, как ручей весной. Вот за это тебя люблю, и честь власти тебе даю. Дайте лучше вы мне совет, если любовь или все же нет. Да, я верю в любовь свою, к ней привязанность не даю. Это главная моя страсть, всеобъемлющая власть. Да, конечно, мой господин, всеобъемлющая власть. Кто во власти неотразим, в моем сердце одна лишь страсть. Трепетать, как ручей весной. Вот за это тебя люблю. Есть любовь или все же нет? К ней привязанность не таю. Есть любовь или все же нет? Всеобъемлющая власть. Есть любовь или все же нет? Всеобъемлющая власть! Всеобъемлющая власть! Ворона!
Проследи, чтобы все дела были сделаны. И не забудь про список дел, чтобы я свободное от Авроры время не потратил даром. Хорошо, мой господин, я все приготовлю. Хорошая помощница эта ворона. Далеко пойдет, если будет так же умна и сообразительна. Главное событие в жизни. Я к нему готовился 3 дня. Представляешь? Целых 3 дня. Представляю, хозяин. Очень даже представляю. Ну все. Привал. Меня зовут Филипп, я рыцарь неизвестный. При этом сильный, смелый, храбрый, умный, честный. Хочу я очень победить в таком турнире, чтоб все о рыцаре Филиппе говорили. Не виноват я, что победы так хочу. Не виноват я, что мне это по плечу. Не виноват я, что мне все это по плечу. Хотел бы очень во врага я меч вонзить, чтоб художник это смог запечатлить. И даже раненым хочу быть на дуэли, чтоб только все на это с ужасом смотрели. Не виноват я, что известности хочу. Не виноват я, что мне это по плечу. Не виноват я, что мне все это по плечу. Верхнюю ступеньку пьедестала, чтоб королевство все за этим наблюдало. Хочу в турнире победить я непременно, чтобы на всю страну прославиться мгновенно. Не виноват я, что признание хочу.
Не виноват я, что мне это по плечу. Не виноват я, что мне все это по плечу. Не виноват я, тебе все это по плечу. Только есть одна проблема, счастливчик. Какая? Было объявлено, что турнир пройдет в волшебном лесу. Да. А как туда добраться? Ни слова. Куда мы попали, непонятно. Какое-то злосчастное захолустье. Да что? Сами захолустье! Раскидали все по нашей полянке. Кто же там? Убирайтесь отсюда! О, а ну-ка иди сюда! Я тебя сразу приметил! Да кто ты такая? Как ты смеешь дерзить благородному рыцарю? Кто вы? Я Аврора. Фу! Какое красивое имя! А я Филипп. Какой у тебя красивый голос. И у тебя. Я забуду, забуду тогда, когда кончится в море и реках вода, когда в сердце моем прозвенит пустота, и последняя в небе погаснет звезда. Никогда, 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 никогда. Никогда, никогда. Я с тобою расстанусь, расстанусь тогда, когда мышка поймает в охапку кота, когда выловит в речке большого кита, по луне будут бегать олени стада. Никогда, 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 никогда. Тебя разлюблю, разлюблю лишь тогда, когда глупый растяпа обманет плута, когда грозный король рассмешит вдруг шута, когда трус вступит в бой, не щадя живота. Никогда, 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 никогда. Никогда, никогда мы поднимемся в небо, любимыми став, и взамен пустоты вдруг придет красота. Нас застала любовь, у моста неспроста. Я с тобою расстанусь, расстанусь тогда. А когда, а когда, а когда, а когда? Поезжай. Только ты поскорее возвращайся. Да, я поеду на турнир и всех там победю. Или побежду. Ты всех там победишь. Да, я выиграю турнир, и больше мы никогда, никогда не расстанемся. О!
Странный песик, это твой? Да, это счастливчик, мой верный, храбрый, боевой пес. И друг! И друг! А я Аврора. Уаф! Филипп, возьми этот венок, и пусть он принесет тебе удачу. Так, Филипп, собирайся, нам пора. Как пора? Уже? Да, вот уже. Давай. До встречи, любовь моя. До встречи. Счастливчик, береги своего хозяина. Уаф! Филипп, ну куда ты? Давай туда быстрее. Малефисент замечает каждую мелочь. Ха, это ты ей скажи, у которой один ветер в голове. Ой, инсекты, какая ты все-таки злая, но просто ядовитая. Что? Да я сейчас тебе такое устрою. Ой, ну что ты мне устроишь, отравишь? Да я сейчас тебе... Так прекрати. А вот и наша Аврора. Аврора! Аврора! Ну как там лес? Как ты там погуляла? Ах, феечки, просто прекрасно! И что же там прекрасного в лесу? Ну иди к нам, иди к нам. Ой-ой-ой, а вдруг у тебя все-таки коклюш? Мы же все сляжем, уйди. Аврора, а где твой венок? А я его подарила, инсекточка. Ой, нет, я его не подарила. Я его потеряла, инсекточка. Я его потеряла. И кому это ты его потеряла? А? Да. Кому? Ах, милые феи, я встретила его. Малефисента? Нет, Филиппа. Филиппа? Он рыцарь. Рыцарь! И я влюбилась. Рыцарь! О. Аврора, где ж ты встретила этого рыцаря? Ах, мы встретились в лесу. Ой, Аврора, а какой он? Высокий, красивый. А конь у него есть? Он самый лучший. У него есть пес. Счастливчик. Аврора, Аврора, да? А у тебя, по-моему, у тебя температура. Ты, наверное, больна. Ну-ка, посиди у себя в комнате, подумай. Феечки, я так счастлива, я так рада, я так люблю Филиппа. Феечки, а ну, а закройте все двери, а? А то чего доброго сбежит наша невеста. Ой, я так рада за нашу Аврору. Ей так повезло. Эй, тише ты! Что ты такое говоришь, а? Это все потому, что у тебя пустая эта. Ну как ее? Ну вот это. Ну как ее? Ну как ее? Голова! Точно! Мои премногоуважаемые феи, кажется мне, что у вас назревают большие проблемы. Очень, очень большие проблемы. С вашими головами. Простите, а как какие могут быть проблемы с нашими чудесными, умными головами? Особенно с головой Аир. С головой. А такие, что очень скоро вы с вашими головами можете распрощаться! Прости нас, Малефисент, старый дур! Мы все исправим, все сделаем, будет Аврора твоей. Вы что, считаете себя бессмертными? Малефисент! Малефисентик! Малефисентище! Малефисентюшечка! Ну хватит! С
сделайте так, чтобы я больше об этом Филиппе не узнал. Чтобы никто о нем больше даже не услышал! Конечно, мы все исправим! Все сделаем в лучшем виде. Да, считай, что Филиппа нет и никогда не было. Да. Посмотрим, как вы справитесь. Это ваш последний шанс. А теперь убирайтесь отсюда! Я должен поговорить с принцессой Авророй наедине. Нет, ну это... Надо было такому случиться, а? Ну два дня оставалось! Филипп этот... Нет, ну Аврора девочка умная, она же понимает, что лучше, чем я, ей пару не найти. Я богат, я знаменит, власть имею. А у кого власть, тот и красив. А кто умеет этой властью пользоваться, того и любят. Здравствуй, Малефисент. Здравствуй, Аврора. Ты что-то рановато. Я подумал, чего тянуть, праздник же, все дела отложил. Малефисент, я тебе очень признательна, я знаю, ты заботился обо мне всю жизнь. Да, я сегодня хотел так тебе... Так вот сегодня! Я по-настоящему счастлива. Я безумно рад за тебя, Аврора. Я встретила Филиппа. Он рыцарь, и мы любим друг друга. Что? А когда он приедет с турнира, мы хотим пожениться. Не так быстро! Ты же не против? В службу родине вложился, а теперь смотри, лишился королевского чина. Ты такая молодчина, ваша служба очень ценна, но желаю непременно, я с любимым быть мужчиной. Ты такая молодчина, никогда его не знала, и одна лишь встреча стала с ним судьбу связать причиной. Да, я такая молодчина. Уши влюбилась, не судьбой определилась, я уйду в любви пучину. Ты такая молодчина, ты такая молодчина. Я такая молодчина. Мы такие молодчины. Ну что ты нашла в этом глупом мальчишке? Я люблю его. Глупости никакой любви нет. А я говорю, любовь есть. Аврора, я запрещаю тебе о нем думать. Что? Через два дня я стану взрослой! Ты не сможешь мне помешать, потому что я принцесса, дочь короля! У меня нет выбора. Я остановлю твое взросление. Тебе это не подвластно. Мне подвластно! Все! Статус! Засыпатус, Соня! Сон коснулся твоих век, и теперь без моей воли не проснешься ты вовек! Верные мои слуги-призраки, отнесите ее в мой замок. Но почему? Почему никто не понимает, что кроме любви к власти, самой чистой, самой искренней, самой великой, нет больше ничего? Все вокруг враги! Все хотят меня предать! Все! Хотя ворона... Ворона, поди сюда! Проследи, чтобы эти феи-растяпы сделали все, как полагается. Хорошо, мой господин, я все исполню. Выполняй! В моем сердце одна лишь страсть, я решимости набралась.
Малефисента я люблю, и от цели не отступлю. В моем сердце одна лишь страсть, но могут счастье мое украсть. Феи рыцаря погубив и Аврору любви лишив, прекратить его страдания смогут антизаклинания. Рыцарь будет на свидании чудо антизаклинания. Всех спасут мои познания, знаю антизаклинания. Против жалких фей задания будут антизаклинания. В моем сердце одна лишь страсть, я решимости набралась. Малефисента я люблю и от цели не отступлю. В моем сердце одна лишь страсть, одна лишь страсть. Победил на этом рыцарском турнире. Никто не верил, ведь сражался я впервые. Но очень скоро все меня бояться стали. Все потому, что страшно зубы я оскалил. Да, хозяин? Да, мой грозный счастливчик. Все потому, что так хочу. Все потому, что мне победа по плечу. Все потому, что мне победа по плечу. Подобно льву сражался смело я в финале. Соперник бил, и мои силы иссякали. Но уступить того я рыцаря заставил. Все потому, что храбро я его облаял. Да, хозяин? Да, мой храбрый счастливчик! Все потому, что так хочу. Все потому, что мне победа по плечу. Все потому, что мне победа по плечу. Теперь к принцессе я с триумфом возвращаюсь. И встречу радостно в мечтах я предвкушаю. Хочу, чтоб по полю в объятия бежала. Ведь по твоей собаке сильно заскучала. Да, хозяин? Да, мой очаровательный счастливчик. Все потому, что так хочу. Все потому, что мне и это по плечу. Все потому, что мне и это по плечу. Интересно, как там моя Аврора? Наверняка ждет не дождется своего любимого. Хозяин. Да? А как ты думаешь, Аврора любит собак? Думаю, что вряд ли. То есть как это получается? Когда вы будете жить вместе, вы меня выгоните из дома? Ну, конечно, счастливчик. Зачем нам собака, когда мы будем друг у друга? Да шучу я, счастливчик. Правда? Да. Хозяин, я тебя люблю, ты самый добрый, самый хороший. Все, хватит. Играем. Счастливчик, где венок? Ищи, быстро. Нету. Счастливчик. Да. Он завял. Видимо, что-то случилось с Авророй. Нужно скорее возвращаться. Да, скорее, хозяин. Все по тому. Подожди, хозяин. Хозяин, подожди. Филиппа не стало! Ага! Чтобы о нем никто больше не слышал! Так я знаю такое заклинание, чтобы у всех уши заложило. Тогда о Филиппе точно никто ничего не услышит. Мне иногда кажется, что ты над нами издеваешься.
Так, Аир, иди проверь вентиляцию, а ты, инсекта, да, начинай варить наше колдовское зелье! Сейчас я вам покажу, как это колдовство работает! Как нужно поступать с этими горе-рыцарями! К Филиппу применить, должны в котле мы зелье заварить. Оно даст силу нашим заклинаниям, чтоб погубить Филиппа злодеянием. Расправиться с Филиппом дайте мне, могу я с этим справиться вполне. А вы, чтоб не мешать, посторонитесь и у инсекты мастерству учитесь. И тогда обрету я свободу, и опять буду я пчеловодом. Стану снова на пасеке жить, стану пчелок своих разводить. Расправлюсь я с Филиппом лучше вас, ведь не иссякнет сил моих запас. Мне колдовать, подруги, не мешайте, а лучше помешайте, помешайте. И тогда обрету я свободу, буду людям закачивать воду, и вернусь я в свой домик на пруд, там лилии цветут, цветут. Ах, Аква, не могу никак понять, мне все-таки мешать или не мешать. Ах да, сейчас я зелье помешаю, и этим я Филиппу помешаю. И тогда обрету я свободу, и опять буду я птицеводом, и служить буду Малефисенту. Ну скажите, несчастье ли это? Ну скажите, несчастье ли это? Такой чувствительный человек. Паук! Человек-паук! О! Так, сейчас. Пиу! Пам! 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 Пиу! Я сейчас тебе такое устрою! Нет, Инца, я не хочу. И... Ну что, дети малые? Так, дети малые! Страшный! Неважно! Нам главное скорее найти Аврору! Да, но почему-то вдруг стало так страшно! Что это было? Что ты заладил? Страшно, страшно! Ну вот и все! Рыцарь! Прощайся с жизнью! Скалопендриум потоку! Мама! Мамочка! Счастливчик, забери кубок, охраняй его!
Да слушай меня. Вот антизаклинание. Паукус. Паукус. Капутус. После чего надо сильно-сильно затопать ногами. Насекомые боятся шума. Погоди, Ой, ребята, помогите мне, все вместе, иначе погибнет наш Филипп. Вы запомнили антизаклинание, да? Давайте все вместе на 3, 4. Паукус, паукус, капутус. Давайте еще раз, ребята, 3, 4. Паукус, паукус, капутус. И третий раз, давайте все вместе, 3, 4. Ты молодец! И вы молодцы, ребята! Спасибо вам огромное! Но нам нужно спешить! Да! Больше не попадайтесь этой вредной инсекте! Нет! Вперед! Вперед! О! Хозяин! Да! Помнится мне, на этом самом месте был мост! Ну да, именно здесь был этот великолепный мост, а теперь его нет. Мне страшно! Тебе конец, Филипп! Ты утонешь в своих слезах! Аква! Аква! Убил Аква! Спасибо вам! Ну, нужно двигаться! Вперед! Да! Счастливчик! Нам в другую сторону! Хозяин, мне кажется, мы опять не туда пришли! Не важно! Нам главное найти Аврору! Да! Хозяин, я боюсь! Я тоже не слышу. Тебя как ветром сдует. Ветрус, ветрус, моментус. Thank you.
Цицус. 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 Не Велицус. Не Велицус. После чего надо сильно-сильно захлопать в ладоши. Ребята, помогите мне и на этот раз, и тогда мы точно спасем Филиппа. Вы готовы? 3, 4. Птицус, птицус, не Велицус. Давайте еще раз, ребята, не получается. Птицус, птицус, не Велицус. Молодцы! Спасибо, ребята! Спасибо! Ворона! 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 Скажи, пожалуйста, куда эти злющие феи дели Аврору? Прошу тебя, скажи, пожалуйста. Малефисент приказал им избавиться от Филиппа. А Аврору усыпил и заточил в своем замке. Это что значит? Аврора в замке Малефисента? Да! Нужно быстрее туда бежать! Я знаю дорогу! Вперед, хозяин! Пожаловать в мой королевский замок. Судя по всему, ты и есть тот самый Филипп. Не скажу, что я рад тебя видеть. Где Аврора, я тебя спрашиваю? А с ней все в порядке. Ты просто неправильно ее понял. Она ведь прежде всего принцесса. Ей нужно заботиться о нуждах государств. Я не верю тебе! Я видел любовь в ее глазах! Ну хватит! Ты надоел мне со своими глупостями! Готовься к смерти! Можешь любить этого негодяя! Ты его совсем не знаешь, он всегда желал Авроре только счастья. Да он чуть не убил нас! Простите меня! Простите меня, друзья! Я всегда думал, что счастье это
власть. А счастье, оно совсем в другом, оно часто так рядом. Милая моя ворона. Малефисент. Филипп, только теперь я понял, что ты будешь счастлив только рядом со своей любимой. Ну где Аврора, где она? Мне вскружила голову жажда власти. Я усыпил ее вечным сном! Хочу с тобой. Тебя сковала колдовская сила. Хочу услышать снова голос твой и таять от твоей улыбки милой. Но когда? Никогда. Аврора, ну пожалуйста, проснись. Пусть волшебство глаза твои откроет. Своей рукой моей щеки коснись. И зло пускай оставит нас в покое. Как мог он так тебя заколдовать? От этой нет беды, противоядья. Могу во сне лишь я тебя обнять, могу во сне тебя поцеловать я. Смотри вокруг, все настоящим стало. Нет колдовства, Малефисент сражен. Исчезло зло, что счастью помешало. Навсегда, 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 навсегда. Все случилось, ты герой. Мгновение назад закрыла веки. Пожалуйста, любимый, так устрой, чтоб были вместе мы с тобой навеки. Навсегда, 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 навсегда. Любовь меня от гибели спасла. Любовь злодея перевоспитала.
их сняла. Звездою путеводной нашей стала. Навсегда, 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 навсегда. Всегда. Если кажется, настала беда и не справиться с ней никогда, ты на помощь любовь позови, расправь крылья любви. Расправь крылья любви, крылья любви. Если жизнь весела и сыта, но в душе царит пустота, ты со старой жизнью порви, расправь крылья любви. Ты стал властелин, и за это лишь только любим. Эту ложь ты останови, расправь крылья любви. Расправь крылья любви, крылья любви. Если нет любви, потому что не нужен ты никому, ты таланты свои прояви, расправь крылья любви, расправь крылья любви, крылья любви. Если счастье дала тебе жизнь, за любовь свою крепко держись, будь доволен, судьбу не гневи, расправь лапы любви. Расправь лапы любви, лапы любви. Если кажется, нет больше сил, у любви ты сил попроси, и мечту свою осуществи, расправь крылья любви. Расправь крылья любви. Жизнь изменить, но не знаешь, как поступить, ты по правилам этим живи, расправь крылья любви. Расправь крылья любви, крылья любви. Если каждый так будет жить, если будет всем сердцем любить,